Активисты регионального штаба ОНФ направили в адрес губернатора округа Романа Копина обращение о необходимости обеспечения детского отделения легочного туберкулеза и детского психоневрологического отделения окружной больницы уличными игровыми площадками, поскольку сейчас эти территории не благоустроены. Небольшая бетонная площадка, отсутствие ограждений и гаражи по соседству. Так выглядит место для прогулок маленьких пациентов детского отделения легочного туберкулеза. Дети гуляют на пустом бетонном поле. По данным Санпина, территория любого лечебного учреждения должна быть благоустроена, освещена, огорожена и озеленена. Она должна быть функциональной и комфортной для людей, находящихся на длительном лечении. Прежде всего, это бордюры, это озеленение, это газоны. Это наличие игровых площадок, это наличие пешеходных зон, это отделение пешеходных зон от подъездных путей, это какие-то декоративные композиции, это изгородь против ветра. Это все то, что способствует комфортному физическому, психологическому пребыванию пациента в условиях окружного стационара. Два раза в день юные пациенты детского отделения легочного туберкулеза выходят на прогулку под присмотром медицинских сотрудников. С собой сопровождающие берут корзину с игрушками и мячами, чтобы хоть чем-то занять детей. Небезопасно. Вот они гуляют, играют вот мяч, там у нас рядом гараж. Вот, постоянно машины ездят. Конечно, бы хотелось, чтобы у нас была площадка своя, которая бы закрывалась. Пусть там небольшая, пусть там качели. Кольцо, куда можно было бросать, там корзина, мячи детям. Так хоть немножко хотя бы поиграли. Тяжелые социальные заболевания, пребывание в условиях стационара, отлучение от родных, химиотерапия и низкая физическая активность. Все эти факторы влияют на общее и психологическое состояние маленьких пациентов. Вопрос благоустройства игровой и прогулочной зоны около лечебного учреждения активистами регионального штаба ОНФ обсуждается на протяжении нескольких лет. На протяжении продолжительного времени активисты Общероссийского народного фронта устно и письменно обращаются в профильный департамент и администрацию окружного стационара о необходимости оснащения площадок детского психоневрологического отделения и отделения противотуберкулезного отделения игровой площадкой. Вот, к сожалению, ответов пока не было, и мы считаем, что здесь необходимо прямое вмешательство губернатора округа. Активисты Народного фронта уже направили в адрес губернатора округа Романа Копина обращение о необходимости обеспечения детского отделения легочного туберкулеза и детского психоневрологического отделения окружной больницы уличными игровыми площадками. Анастасия Матросова, Александр Кузьминов, служба информации.